Сейчас посетители торгового центра Высокой горы на улице Советская встречают закрытые двери. Как видно, здесь печать судебных приставов. Как стало известно, заведение закрыли по требованию прокуратуры, чтобы здесь устранили нарушения пожарной безопасности. Проверку не прошел второй этаж здания. Там располагались несколько павильонов. До устранения нарушений торговцы спустились на первый этаж, либо переехали. Предприниматели и посетители по-разному относятся к таким мерам. Они сейчас вынуждены будут тут лететь. Это же не дело. Народ страдает, а кто? Не доделал же, мы же не виноваты. Если нарушение есть, конечно, правильно закрыли. Приостановить работу прокуратура потребовала и набережно-челнинский батутный парк. Здесь выявили, внутренний противопожарный водопровод неисправен. Система оповещения работает слишком тихо, эвакуационные выходы заблокированы. У нас есть сроки, конечно же, это 1 месяц на устранение всех неполадок. И совместными усилиями мы... В течение даже, скорее всего, 2 недель это все уже устроим. Так в Татарстане прокуратура через суд потребовала закрыть до устранения нарушений 8 комплексов. 6 уже закрыли. По объектам в Зеленодольске и Пестричинском районе идет рассмотрение прошения. По всем 8 объектам, по которым предъявлено данное исковое заявление, идентичные нарушения норм пожарной безопасности. Это загромождение или отсутствие эвакуационных путей, отсутствие системы пожаротушения, удаление дыма. С проверками обошли более 600 объектов. Выявили 1500 нарушений. 73 человека привлечены к административной ответственности. Устранение нарушений норм пожарной безопасности зависит от собственников и владельцев помещений, насколько быстро будут устранены нарушения норм пожарной безопасности, и объект будет предъявлен для повторной проверки и обследования. Повторно проверять объекты будут сотрудники прокуратуры и Госпожнадзора. Если нарушения будут устранены, закрытые объекты вновь откроются. Дмитрий Аринин, Игорь Романов, Эльмира Гайнудинова, Ильнар Мустафин, ТНВ.